Бойкая торговля на Маргаретинской ярмарке развернется только завтра, но работа в рамках деловой программы уже началась. Сегодня в Агентстве регионального развития были подписаны два соглашения о сотрудничестве с крупной компанией, а также известным банком. Подробности у Артемия Заварзина. Заручиться поддержкой банка всегда важно. В Агентстве регионального развития это хорошо понимают, потому подписание соглашения с Россельхозбанком – это первый шаг на пути долгосрочного партнерства. Мало-среднее предпринимательство, в том числе и в сельхозкооперации, нам интересно. Это тоже сфера наших интересов. У нас большие планы по этому направлению, я уверен, с Россельхозбанком наши планы будут еще более успешны и интересны, а малые и средние предприниматели получат дополнительные возможности по реализации своих проектов. Но сельское хозяйство – только одна из сфер сотрудничества. Россельхозбанк имеет спектр финансовых продуктов, которые заинтересуют как начинающий бизнес, так и опытных игроков рынка. Немаловажны общие усилия банка и агентства в образовательных и консультационных мероприятиях. Нам очень приятно подписать данное соглашение, потому что оно даст возможность, во-первых, участвовать как экспертам в различных мероприятиях, которые будет проводить агентство регионального развития, а также позволит предложить свои услуги малому среднему бизнесу как банк. Еще одно подписанное соглашение между агентством регионального развития и компанией Nordexpo. Одноименный выставочный центр – это единственная специализированная площадка в регионе для проведения различных мероприятий. Наш проект является приоритетным инвестиционным проектом Архангельской области, и дополнительная загрузка, которую, я думаю, мы получим в связи с этим соглашением, позволит нам и нашей области получить новые перспективы. Мы, безусловно, видим в наших партнерах помощь в реализации наших проектов по проведению различных мероприятий, форумов, деловых, культурных и прочих мероприятий, направленных на развитие и популяризацию мало-среднего предпринимательства, экспорта и нашего региона в целом. Совместная работа уже идет в рамках Маргаретинской ярмарки, которая год от года расширяет географию участников и помогает нашему бизнесу налаживать новые деловые контакты. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29.